Да. Так что ты предлагаешь? Ну, у нас тут куча развинформации, которую нужно проверить. Почек парня, профайл, улики с места поступления. Думаю, проще, если я веду в курс Рэмзи, пускай он напишет для вас отчет. Нейт, от меня не убудет. Ладно, хорошо, господа. Мне не нужно говорить, что нужно действовать быстро в этой ситуации. Да, сэр. Ну что же, ты хочешь это сделать в комнате безопасности? Слушай, Рэмзи, то, что я сказал Талмаджу и Ольге, было не совсем правдой. А, ну блин, какой сюрприз. Хотя бы раз не будь дураком, понятно, я говорю тебе об этом, потому что в предыдущей временной лиге ты попал в неприятности, большие неприятности. Ладно? Из-за чего? За то, что помог своему брату Николасу с теми бомбежками, которые только что описал. Знаешь, ты бывает иногда придумываешь всякие идиотские истории, но вот это, наверное, самое крутое. Я имею в виду, получает самый главный приз. На этом мы поймали его на месте преступления в предыдущей временной. Но все, это была последняя соломинка. Знаешь что, не удивляйся.